Справляются ли власти Канаша с уборкой улиц? Сегодня это выяснял глава республики. Михаил Игнатьев отправился в город с рабочим визитом. Причем куда именно приедет кортеж руководителя региона, местные власти не знали. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Мусорный коллапс в Канаше постепенно преодолевается. Центральные кварталы города стали чище, правда, в частном секторе проблем еще хватает. Вот такая картина предстала перед главой региона на улице Ленинградской. Прямо у жилых домов выросла целая свалка. Местные жители говорят, что мусор отсюда не вывозят давно. Я тут сам замучился с этим мусором жить. Все лето вонь стоит, елки. Ну, все лето не было, не убирали. Что тут говорить-то? Вот это одна куча, и еще десятки таких куч валяются. Я честно признаюсь, вот такого мусора нет, а ветки есть. Ветки надо тоже убирать. Ветки рядом, я сейчас... ледовый дождь был. Купим мульчер и вывезем мои ветки, будем измельчать его. Сейчас за уборку мусора в Канаше отвечает организация «Чистый город». С этой работой предприниматели справиться не могут. Одна из причин – нехватка машин. Раньше технику им приходилось арендовать у других компаний, и на это были деньги. То сейчас средств банально не хватает. Перед подрядчиками образовались долги, и они перестали давать машины. Коммунальщики винят во всем горожан. Не платят вообще. 2900 долг. Каждый, вот кто здесь живет, здесь ни один не платит. Есть пару человек на Ленинградской улице платят, вот бабушки платят, пенсионерки платят. А у кого такие дома, хоромы стоят, никто, ни один. А все сжигают мусор. Мы зарплату тоже не получаем. У нас зарплата с этого идет. То есть не хватает средств? Не хватает средств. 10% частного сектора города Канаш оплачивают. И поэтому, сами понимаете, возможно, с чистого города они как бы не такие, скажем так, не безграничные. Мы денег тоже не можем брать. Мы можем брать только с тех людей, которые берут, платят. И вот, и деньги чистого города, они заканчиваются. Мы не говорим, что мы руки опускаем, мы продолжаем работать. За сбор мусора коммунальщики собирают всего по 100 рублей. Картина по платежам явно неровная. Кто-то счета за вывоз мусора оплачивает исправно, кто-то нет. И у каждой стороны свои аргументы. Оплачиваем все квитанции, которые к нам присылают за вывоз мусора. Сейчас вот пойдем платить, сейчас еще нам за свет квитанцию принесут. За свет квитанцию поздно всегда приносят. Вот этот долг у человека. А? У кого человека? Ну, простого гражданина города. Вот сколько он, получается, не платил? За это время, которое существует чистый город. 100 рублей умножим на эту сумму, сколько это будет? Сколько чистый город существует, столько и не платят. Платить не хотят. И можно их понять, и вот и нас поймите. И вот не знаю как. Ну, а сами платите? Я плачу, да. Но сейчас вот из-за принципа есть немножко долг, из-за принципа не плачу. Вот из-за этого. Пока коммунальщики подсчитывали долги, на улицах росли горы мусора. Проблема стала решаться лишь после того, когда ее взял на контроль глава республики. Но работа еще не початый край. У вас есть контракт, заключенный есть, юридический документ. Обязательства ваши там предписаны? Да. Так и выполняйте. Можно галстук на несколько дней снять, белую рубашку. Мы тоже выходили, работали. Белую рубашку можно дома оставить. Переодеться в спецодежды и управляй вместе работниками, как люди на субботники выходили. Вот это показатель и так далее. А что вы мне пояснение даете? Я увидел, убедился в том, что ничего не убираете. В другом частном секторе, куда заехал Михаил Игнатьев, очистить мусорные баки успели. Но благостную картину нарушили навозные кучи и старые брошенные машины. Это надо убирать или утилизировать. Они этого не хотят делать и портит облик города и облик улиц. Красоту, одним словом, портит. Руководителю муниципалитета глава республики дал еще 2 недели, чтобы исправить ситуацию. Если работу над ошибками в администрации города не проведут, то произойдут кадровые перемены. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.